Здравствуйте, друзья! Сейчас мы будем готовить очень вкусную баранью корейку. Вот такую вот, от молодого барашка. Прелесть просто. Дома, на сковородке, но она будет такая, как на мангале. Очень похожая. Сюда мы будем использовать соль, перец черный, красную паприку копченую, тимьян, чебрец, оливковое масло, лимон, и сверху посыпать у нас зелень, лучок, и у меня уже варится молодая картошечка. Сейчас я быстренько все это разделаю, так называемые пистолетики у нас будут. И все, готовится очень быстро, баранина молодая, готовится очень быстро. Поэтому сейчас я ее замариную и сразу начнем готовить. Корейку я порубил, теперь мы ее солим. Перчим черным перцем. И копченой красной паприкой. По желанию, любые специи, которые вам нравятся, используйте. Я вот взял еще чебрец, вот тимьян. Чуть-чуть присыплю, что он с бараниной хорошо, мне кажется, идет. Теперь переворачиваем на обратную сторону. И все то же самое повторяем с обратной стороны. Теперь я их перекладываю в чашку. Поливаем оливковым маслом немножко. И соком лимона. Хорошо все перемешиваю. Оставляем так примерно на полчаса, на час, чтобы немного промариновалось. И начинаем жарить. А за это время я сейчас замариную лучок с остатками сока лимона. И все это пойдет к мясу. Пистолетики мариновались примерно полчаса. Разогреваем сковородку. Лучше было бы их пожарить на углях, на мангале. Но нет времени в данный момент. Жарим на сковородке. Наливаем оливковое масло и обжариваем их до румянца на хорошем сильном огне. Пистолетики жарились минуты по 3. Переворачиваем. Ох, какой аромат вкусный. Обжариваем тоже с этой стороны минуты 2-3. Баранина готова. Я их вынимаю. И отправляю следующие кусочки.
Чернобыльские готовы, я их выключил. И сейчас буду вынимать. Ну что, друзья, пробуем пистолетики из молодой барашки. Вот такие они получились. Красивые, ароматные. Ну, друзья, всем добрым людям счастья, удачи, здоровья, братьям победы. Вот такая красота. Как же это вкусно. Нежнейшее мясо, вот оно прям, вот оно отрывается, просто вот. Лучок, аджичка домашняя. Картошечка. Но это очень вкусно. Я вообще баранину люблю. В детстве как-то не очень понимал. А потом я прям на нее подсел. Очень люблю. Ну вот это просто прелесть получилась. Ароматная. Ничто не забивает. Никакой левый запах, как говорят, баранина там с каким-то запахом. Нет. Вот берите нормальную баранину. Хорошую. Хорошие породы сейчас продаются баранов. Нежнейшее мясо, просто нежнейшее. Оно вон прям, ну очень вкусно. Сочное. Я не знаю, ну для меня, наверное, баранина все-таки на первом месте из всего остального мяса. Невероятно вкусное мясо. И готовится просто, вот совершенно простейший рецепт. Только главное выбрать хорошую баранину. Все. Делается буквально полчаса. Жарится 2-3 минуты с каждой стороны. И получается вот такая прелесть. Если было бы время, то можно было быстренько кинуть на угли. Или на решетке. Или там как угодно. Тоже было бы вкусно. Но это мясо в любом случае получается всегда очень вкусное. Пробуйте, и вам тоже понравится.